Я приветствую вас, подписчики моего канала. В сегодняшнем обзоре кинокартина «Мозги прокуренные». Истоки этого широко известного пропагандистского фильма были предметом споров очень долгое время. Американский институт кино, каталог художественных фильмов 1931-39 годов, устанавливает дату его производства как 1938 год, а некоторые, скорее всего, ошибочные источники иногда датируют картину аж на 1936 годом. Существует даже мнение, что он был создан при непосредственном финансировании церкви и был снят в течение 3 недель. А решилась церковь на такие вложения якобы из-за того, что в то время гремело известное дело Виктора Леката, который убил своего отца, мать, двух братьев и сестру топором в городе Тампе, штат Флорида, 16 октября 1933 года, предположительно находясь под воздействием марихуаны. Виктор был признан невменяемым по причине употребления марихуаны, зависимость от которой у него уже перешла в шизофрению. Некоторые знатоки утверждали, что создатели изначально писали сценарий о более тяжелых веществах и жизни притонов, где их потребляют. Но поскольку тема марихуаны стала невероятно острой в тот момент, то решили снимать о ней. Поэтому так неправдоподобно, на их взгляд, показано воздействие дымящихся косяков на разум героев. Кстати, дело Виктора Леката также послужило катализатором для принятия закона о налоге на марихуану 1937 года и фактически ознаменовало начало федерального запрета на нее. В 60-х годах продюсер Дуэйн Эспер подал в суд на дистрибьюторскую компанию, утверждая, что именно он подготовил фильм для армии США и что он был законным владельцем авторских прав, но проиграл дело. В общем, кто был заказчиком, до сих пор не может ответить никто с точностью на 100%. Достоверно лишь известно, что в США этот фильм показывали в кинотеатрах в 1938 году, и что кинокартина снималась на студии Grand National в Голливуде. Позже кинокартина была продана многим дистрибьюторам, но на основе главных прав государства. Дистрибьюторы использовали альтернативные названия: «Животрепещущий вопрос», «Прокуренные мозги», «Косяковое безумие». Названия менялись от одного к другому в зависимости от штата. Фильм особой популярностью не пользовался и был практически забыт, пока в 1971 году права на него не выкупил основатель Национальной организации за реформу законов о марихуане Кейт Страуб и с большим успехом демонстрировал фильм на фестивалях, посвященных декриминализации законов о марихуане. За прокат фильма в студенческих кампусах в 70-х годах взялась New Line Cinema, что позволило ей немного подняться в финансовом плане, и это факт. Технически картина была под стать большинству фильмов того года. Еще видна на лицах актеров, несмотря на юность школы немого кино. Порой выражения лиц могут сказать намного больше, чем их реплики. Эти актеры в нашей стране совершенно неизвестны, почти как и у себя на родине. Снимались в основном в фильмах 30-х, 40-х и 50-х годов. В фильме перед нами разворачивается жизненная драма, которая стала фатальной для некоторых ее участников. Наивность, конечно, зашкаливает. Но не забываем, друзья, на дворе 30-е годы. Кинематограф только недавно стал звуковым. Режиссер картины Луис Гаснер специализировался в Голливуде на малоизвестных драматических фильмах. Операторская работа также без новаторств. Дэнни это была главная в фильме. Оператор Джек Гринхолд оставил свой след в истории кино благодаря этому фильму, а также культовому трешаку 1953 года «Робот-монстр», кадры которого время от времени мозолят глаза в современных голливудских фильмах. Эта кинолента внесена в национальное достояние фильмов США. Конечно же, кинокартина устарела в техническом плане, но содержательно она актуальна до сих пор. Какую-то часть зрителей фильм, возможно, и отпугнул от употребления вредного растения. Но по воспоминаниям тех, кто смотрел фильм в 70-е, все над ним смеялись и заворачивали косяки прямо во время просмотров. Исполнительница одной из главных ролей, Тельма Уайт, в интервью Los Angeles Times в 1987 году заявила, что ее очень огорчает, что это единственный фильм с ее участием, который стал классикой. И когда она об этом думает, то закрывает лицо руками. Кинокартина очень много цитировалась и упоминалась в кинофильмах разных лет, а само название давно стало именем нарицательным. По фильму был поставлен мюзикл,
А в 2005 году на экраны вышел киномюзикл. Также в игре «Лос-Анджелес Нуар» есть миссия с одноименным названием. Все-таки фильм в поп-культуре наследил очень много и навсегда. Изначальную роль пропаганды вреда потребления марихуаны фильм, конечно же, выполнил. Впечатлительные американцы на чужом примере убедились, что до добра эта дрянь не доводит. Прошу обратить внимание, за океаном фильм сняли еще в 30-х годах. То есть уже тогда началась борьба с пагубным влиянием на организм наркотических веществ. Остается добавить, в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, смотрите хорошее кино и подписывайтесь на канал. Всем удачи!